канала ИСИК ТВ. В очередном видеоуроке «Научись спасать жизнь» мы расскажем и покажем, как правильно оказывать первую помощь. Первая помощь – комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека. Оказывается, при травмах, отравлениях и других угрожающих жизни неотложных состояниях лицами, не имеющими медицинского образования. Сегодня с нами снова Дмитрий Микрюков и Юлия Березянская. Дмитрий, после выхода первого видеоурока на ИСИК ТВ у телезрителей появились вопросы. Они интересуются, нужно ли делать непрямой массаж сердца, если у человека есть слабое дыхание. Для решения вопроса о проведении непрямого массажа сердца более правильно ориентироваться на пульс на сонной артерии. Для того, чтобы определить пульс на сонной артерии, мы используем 4 пальца, укладываем их на кадык, говоря простым языком, и смещаем пальцы по направлению к боковой поверхности шеи. Либо в правую сторону, либо, соответственно, другой рукой, это в левую сторону. Мы прижимаем и внимательно прислушиваемся к ощущениям. Если мы ощущаем пульсовую волну, даже слабую, это говорит о том, что пульс есть. Если мы не ощущаем пульсовую волну, значит, мы считаем, что пульса нет. Еще телезрители спрашивали, нужно ли делать отступ от солнечного сплетения, когда делаешь нажимы на грудину. Для определения правильной постановки рук есть различные правила, как мы можем сориентироваться. В том числе одно из правил – это ориентироваться от солнечного сплетения, если быть более точным, это от мечевидного отростка. Но поскольку эти правила требуют знания каких-то анатомических особенностей тела, мы упустили этот момент и обозначили более простыми словами – это середина грудной клетки, а именно середина грудины. Это будет правильное анатомическое место для постановки рук. Еще они говорили, что как-то легко у вас получается реанимировать манекена, на человеке должно быть это сложнее. Так ли это? Конечно, на живом человеке проводить реанимацию намного сложнее и физически, и эмоционально. Эмоциональный фон также забирает очень много физических ресурсов, и длительно проводить реанимацию крайне затруднительно, поэтому очень важно, чтобы в момент реанимации нас кто-нибудь сменял. Юлия, чему будем учиться в этот раз? Сегодня мы с вами научимся оказывать первую помощь при кровотечениях. Ну, инструктировать вам придется школьника, ему 15 лет. А вообще, с какого возраста можно учиться первой помощи? Ну, в игровой форме можно обучать детей со школьного возраста. Хорошо. Пора знакомить зрителей с гостем. Учиться оказывать первую помощь будет сегодня Егор Страдумов. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. В этом году вы заняли первое место сразу в двух крупных конкурсах среди школьников. Вас назвали учеником года и молодым лидером Копейска. Вот авиация, химия, музыкальное направление от фортепиано до ударных, спортивный туризм, исследовательская деятельность. Как удается все совмещать? Совмещать все, конечно же, сложно. Исследовательская деятельность и химия, физика как-то более в учебное время. А вот музыка и спорт – это уже идет после школы, после уроков. А какое направление лежит больше к душе? Больше у меня, конечно же, такая тяга к механике, к физике, к электронике. Кем себя после школы видите? Я вижу себя каким-нибудь, не знаю, техником на промышленном производстве, либо же конструктором каких-то летательных аппаратов. Может быть, электроником. И вопрос ближе к нашей теме, да, к видеоуроку. Приходилось ли вам когда-нибудь оказывать первую помощь? Нет, помощь мне не приходилось оказывать, но я видел, как это делают. И в технике спортивного туризма есть такие этапы, как транспортировка пострадавшего. Хорошо, сегодня будем учиться оказывать первую помощь при кровотечениях. Передам вас в руки инструкторов, пойдемте. Оказание первой помощи мы всегда начинаем с предварительного осмотра места происшествия, чтобы ничего не угрожало нам и данному человеку. То есть мы должны убедиться, что ничего не угрожает. Дальше, следуя алгоритму, мы должны с вами понять, что с нашим человеком произошло, в сознании он, есть ли у него дыхание. Для этого мы должны опуститься и проверить. То есть аккуратно подтягиваем человека за плечи и спрашиваем: «Вы меня слышите? Что с вами?» Человек нам ответил. Значит, следующий этап, к которому мы приступаем, это у нас с вами обзорный осмотр на наличие кровотечения. То есть вы должны осмотреть человека и понять, есть ли у него кровотечение. Если мы с вами определили, что у человека есть кровотечение, то мы с вами должны вызвать скорую и дальше уже заниматься нашим пострадавшим. Виды кровотечения, которые у нас бывают, это артериальное, венозное и капиллярное. Артериальное и венозное кровотечение – это самые такие основные, да, на которые следует обратить внимание. Значит, чем они отличаются?
артериальное кровотечение. Кровь будет вытекать из раны пульсирующая, она даже, можно сказать, фонтаном, и при этом она будет более яркая, алая. Если у нас с вами будет венозное кровотечение, то кровь из раны вытекает ручьем, и она более темного цвета, можно сказать, цвета вишни. Если человек лежит в большой луже крови, и его одежда очень сильно пропитана кровью, это нам говорит о том, что у данного человека артериальное кровотечение. У нашего с вами пострадавшего венозное кровотечение в предплечье. Мы должны с вами приступить к оказанию первой помощи. Для этого нам нужно обезопасить себя. Вы должны обязательно одеть перчатки, которые у нас находятся в аптечке автомобиля. В любой момент можно остановить машину и попросить, чтобы водитель достал вам аптечку. Значит, для остановки венозного кровотечения первое, что мы должны сделать, это прямое давление на рану. Для этого достаете, если у вас бинт, если есть, можно сложить какую-то ткань, и мы ложим на рану и придавливаем, насколько это можно. Если у нас человек в состоянии, мы можем попросить его подержать, чтобы он придавил самостоятельно. И дальше, если у нас с вами венозное кровотечение, то мы должны наложить давящую повязку. Накладываем, прижимаем, достаем бинт и фиксируем его круговыми турами. То есть у нас получилось максимальное давление с вами на рану. Мы с вами убедились, что кровотечение остановлено. Дальше мы будем находиться с нашим пострадавшим, если по возможности мы будем с ним разговаривать и ждать прибытия скорой помощи. Если мы видим, что наша повязка быстро и обильно пропитывается кровью, то мы можем предположить, что это артериальное кровотечение. И для остановки артериального кровотечения мы наложим жгут. Жгут накладывается выше раны. Обязательно нужно, чтобы была одежда или какая-то ткань, потому что на голое тело жгут не накладывается. Основным фиксирующим является первый тур. Для этого мы максимально должны с вами растянуть жгут. То есть, если у нас с вами ранение вот здесь, соответственно, мы делаем выше. Жгут растягивается, то есть он максимально натягивается. И когда мы накладываем первый тур, кровотечение должно остановиться. Последующие туры у нас с вами будут фиксирующие. Вы обязательно должны вставить записку с указанием времени, когда был наложен этот жгут. Жгут накладывается на 30 минут. После этого мы с вами должны убедиться, чтобы наше кровотечение остановилось. И ожидаем прибытия скорой помощи. Первым делом мы должны проверить, что нам ничего не угрожает. Мы видим, что у нас есть пострадавший. Мы подходим, трясем его немного за плечи и спрашиваем, слышит ли он нас. Мы поняли, что он в сознании. Нужно осмотреть его на наличие кровотечений. Мы видим, что у него есть кровотечение, и мы должны первым делом вызвать скорую. Вызываем скорую. Видим, что у нас кровотечение в районе предплечья. Кровотечение бывает венозные, артериальные, капиллярные. Капиллярные кровотечения наблюдаются при ссадинах, порезах и царапинах. Непосредственная угроза для жизни они не представляют. Венозные кровотечения требуют скорейшей остановки. Кровь темно-вишневая вытекает ручьем. Артериальные кровотечения наиболее опасны. В случае повреждения крупных сосудов скорость кровопотери настолько значительна, что гибель пострадавшего при отсутствии первой помощи наступает в течение нескольких минут. Артериальное кровотечение – это когда кровь бьет фонтаном, и она более светлая, алая. Венозное кровотечение – кровь более темная. Сначала нам нужно надеть перчатки. После того, как мы надели перчатки, мы берем кусочек ткани или бинт, делаем прямое давление на рану. Придавили.
Прямое давление на рану – наиболее простой способ остановки кровотечений. Рану необходимо закрыть стерильными салфетками или бинтом и затем сильно надавить на нее рукой. При отсутствии подручных средств допустимо осуществить давление на рану рукой в медицинской перчатке. После этого нам нужно наложить повязку. Обматываем. Давящая повязка используется для более продолжительной остановки кровотечения. На рану положите стерильные салфетки. Бинт раскатывайте по ходу движения. В конце закрепите повязку, завязав свободный конец бинта вокруг конечности. Все, мы наложили повязку. Если кровь не остановилась и наша повязка стремительно начинает промокать, то возможно, что это артериальное кровотечение. Для этого нам нужно наложить жгут. Самый основной – это первый моток. Кровотечение останавливается первым растянутым туром жгута. Все остальные являются фиксирующими и накладываются так, чтобы каждый последующий тур примерно наполовину перекрывал предыдущий. Для этого мы должны максимально растянуть жгут. Жгут накладывается выше раны, в данном случае на низ плеча. Максимально натягиваем жгут и фиксируем его. После того, как мы наложили жгут, мы должны поместить в него записку, в какой момент времени он был поставлен. И его можно держать не больше получаса. Дожидаемся скорой и находимся рядом с пострадавшим. Егор, что оказалось сложнее всего сегодня? Ну, мне кажется, что скорее какая-то более эмоциональная нагрузка была, чем физическая. И сложно, да, даже ощущать на себе то, что человек страдает. Вот как ты думаешь, сможешь оказать помощь в такой экстренной ситуации? Мне кажется, нужно смотреть по самой ситуации, насколько она будет сложная и тяжелая. В легкой, я думаю, да. Если она будет чуть сложнее, нужно будет немного задуматься. Да, хорошо, спасибо, что был сегодня с нами. А, Дмитрий, вот вы как спасатель-фельдшер выезжаете на место ЧП, и вот как часто приходится сталкиваться именно с кровотечениями? Да, действительно, кровотечение встречается довольно часто, и нужно сказать, что оно осложняет большинство травм, которые люди получают в результате различных происшествий. Вот говорили о трех видах кровотечений. А как поступать, если ты не можешь определить, какой это вид? Да, бывают ситуации, когда пульсации, скажем, при артериальном кровотечении уже нет, и внешне это кровотечение становится очень похоже, допустим, на венозное. В данном случае мы рекомендуем использовать первый прием – это прямое давление на область раны и смотреть его результативность. То есть если под местом давления кровотечение прекратилось, то достаточно остановиться именно, скажем, продолжая давление или применить тугую повязку. Если же кровотечение не остановилось и обильно пропитывает ту ткань, которую мы придавили, то необходимо применить наложение жгута. В нашем видеоуроке мы как раз использовали жгут, а что делать, если его нет под рукой? Можно использовать подручные средства, это может быть широкая лямка от сумки, либо брючной ремень. Либо какие-то другие подручные средства. Конечно. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Алгоритм при кровотечениях начинается с тех же действий, что и при остановке дыхания. Нужно обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи. Убедиться в наличии признаков жизни у пострадавшего и провести обзорный осмотр. Если возможно определить не только место кровотечения, но и его вид, опаснее всего артериальное. Вызвать скорую помощь. Мобильный 112, городской 03. Остановить кровотечение, используя прямое давление. Закройте рану бинтом и надавите на нее рукой силой, достаточной для остановки кровотечения. Наложить давящую повязку. Бинт раскатывайте по ходу движения и закрепите его в конце. В случае артериального кровотечения наложить жгут. При этом обязательно вложите записку с указанием времени, когда это сделали. Жгут накладывается выше раны, не на голую кожу и должен быть на виду, а не закрыт одеждой. Дождаться сотрудников скорой помощи. Практические пособия программы обучения, объясняющие, как оказать помощь до приезда спасательных служб и врачей, размещены на сайте МЧС и интернет-службе оказания психологической помощи населению.
Это был второй видеоурок телепроекта «Научись спасать жизнь». В следующем выпуске покажем, как оказывать помощь при травмах. Научиться спасать жизнь может каждый. Берегите себя и тех, кто рядом. Удачи! В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама попытка защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой помощи, так как дает человеку шанс на выживание.